Привет! Давно не делал видео на распаковке товаров, доллар подорожал, заказывать в интернете стало уже не так выгодно. Но, наконец-таки мне пришел геймпад для ПК. Заказал я его давно, дней 50 назад. Шел долго. Так долго еще никогда мне посылки не шли. Такой вот своеобразный антирекорд. Открываем. Пришел без коробки. Вот так вот упакован, перемотан. Хотя я думал, что будет идти в коробочке, но продавец решил упаковать так. Ну, мягко, думаю, в случае чего он не должен был повредиться. Открываем. Что же мы видим? Действительно, это геймпад. Белого цвета. Xbox-овский, ну то есть ПК, но косящий под Xbox. И сейчас мы рассмотрим его уже поближе. Выглядит очень прилично. В руках сидит тоже очень хорошо. Кнопки все вроде нажимается хорошо. Не, в руках просто идеально сидит, я вам скажу. Еще особо такими джойстиками не играл, Xbox-овскими. Длинный провод, USB. О, это тоже кнопка, даже не знал. Говорят, ну, читал отзывы на сайте, на Алиэкспрессе у продавца, у которого заказывал. Определяется как Xbox-овский. Так. Ну, попробуем подключить, наверное. Интересно все-таки, как он определится. Так. Подсоединяем. Драйвер установился. Определился как Xbox 360 Controller for Windows. Ну что ж, игры у меня готовы, будем тестировать.